Ребят, всем привет! Сегодня второй день рыбалки у нас. Нашли мы вчера, так скажем. Ну, в кавычках, конечно, нашли. Подсказали, куда ехать. Да, интересное местечко. Сейчас сядем на нашего хорошего снегохода и полетим. Помчимся. Драть крупную плотву. 200 метров проедем, будем подкидывать снег под гусеницу. Ну да. Потому что снега у нас уже нету. Снега да, надо, нету. Надо будет сейчас как-то выезжать. Ну, в общем, болтать уже нет времени, надо быстрее ехать и ловить. Приехали на место. Вот Саша стоит довольный. Довольный. Место свободное. Место мы опоздали, свободное. Как обычно. Прособирались, да. Пока бензин залили, пока что, в общем, блин. Думали, что все занято, оказывается, пятачок свободный. Ну, сейчас поищем. Сейчас попробуем поискать. Что-то чуйка сегодня подсказывает, что... Ну да, погода сегодня шепчет. Должно. На море не облачко, штиль, так что надо быстрее ловить, быстрее бурить и быстрее ловить. А вот едут рыбаки. Сейчас приедут, постоят, посмотрят. Потом либо сядут добуривать, либо дальше уедут. Красный металл. Молодец, блин. Что-то тащит. И крупный окунек. Нормально поклевочка была? Вот так вот выглядит здоровенная плотва между сапог 46 размера. Вот это счастливое лицо. Блин, знаешь, как клюнул, короче. Вел. Тек сильный дали на паузе. Жду. Секунд 15, наверное, Володь. Только тик. Без. Вот. А чертик. Но это еще не самое матерое, это полкило. Уже смотрит, стоит. Пальба, короче, жесткая. Вот приехали рыбаки. Сидят и смотрят, кто пытается ловить. Тактика такая, своеобразная. Саня, гвоздик твой сработал, слышишь? Клюнул, ну. Клещик мел. А? Где ты его? Так, что с ним делать? Что с ним делать? А? Отпустить его, наверное, слышишь? Смотри. Мелкий совсем. Только лучше другую. Так в какую? Там тоже рыба была. Да? Ну.
Ну куда-нибудь отойди лучше. В эту лучше не надо. Кто может обрубить. Ну, Владимир, принимай поздравы. Ты мечтал. Это просто. И поймал. Это просто охренеть. Красавчик. А чё? Всё на него, да? Красный гвоздик. Красненький гвоздик. Ну-ка, поближе. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Фильм про Володю Зуева. Это какой-то снаряд, Саша. Это просто бойкий, скорее всего. Ой, странно. Капец, не карась. Нимфошарик сработал. Нимфошарик, я ж тебе говорю, поставь. Ребят, меня тут Саша тоже снимает на GoPro-шку на свою, поэтому у меня такой видос, знаете, с комками. Это вообще, это что-то с чем-то. Я такую рыбку никогда в жизни не видел, а тут я ее ловлю. Ну, это вообще, Сань, большое тебе спасибо. Прям. Вот, ребят, какой-то мужик поймал, я так понимаю, судачка. И все прям бегом побежали его обуривать. Ну, естественно, какая-то может быть рыба сейчас. Ну, может быть, еще поймает кто-нибудь что-нибудь, но скорее всего там уже никакой рыбы нет. Вот так. Вот такое море. Сань, ты как Лорд Рейден из Mortal Kombat, слышишь? Шляпе такой. Сейчас глаза искриться начнут, вообще будет класс. Это новая форма камуфляжа, да, Саш? Чтоб никто не узнал.
вообще не идется. Еще одно больше спага размером. Короче говоря, я на этой лунке перебрал 3 мормышки, поставил гвоздь с медным шариком. И наверху, прям вот уже на исходе проводки, она прям так вниз, и все. И мы начали бодаться. Но она реально, она просто, она шире ладони. Это прям, это прям, я не знаю, ну это, наверное, 900. 850-900, наверное. Здесь балансиром сидит. Смотрит. Короче, Володя прет, а сзади подъехал не будет. Не знаю, что сейчас. Чем сейчас это закончится? Володя, давай, есть шанс. Все, убежал, а она тихо. Что? На меня пошла.
В общем, ребят, сейчас привязал мормышечку, гвоздик с медным шариком. Вот. Ну и в конечном итоге получилось поймать парочку рыбок. Но это не главное. Подъехали, в общем, сейчас два мужика. Они тут сидели где-то в метрах в 100 от нас. И подлетели прям чуть ли не вплотную к нашим лункам. Вот. И один с такой пролетарской рожей начал тут по лункам, которые мы, кстати, и бурили сегодня, расковыривали и так далее, ходить с камерой и смотреть. Вот буквально, ну, я заснял этого человека. Вот. И у меня в этот момент была сорога в лунке, но вы ее видели. Вот я ее завернул в полотенчика. Ну и, короче говоря, точку мы сохранили, не спалили. Так что даст Бог, мы еще до вечера сегодня немножко половим. И самое интересное, рыба, которая в рюкзаке у меня там валяется, она как чуяла о том, что поджопники рядом. Поэтому лежала смирно и не шевелилась. Это прям вообще радует. Сашка, он сидит, сейчас тоже кивок настраивает. Сейчас будет. Смотрю, сижу, блин. Да. Володя ловит, а я ни хера. Сорога сегодня задает задачки. Да, да, да. У меня с утра поклевало. У Володи наоборот, ни хрена не клевало. А сейчас поменялись. Сейчас у нас улов одинаковый. Вот. Так что горе море. Блин, вообще красота просто. Смотри, вся какая-то в наростах. А? Вся в наростах, блин. В наростах? Вся в наростах вся. Вся в наростах, вон какая прям. Какая. Мутант.
прям вместе с штативом. Подлещик. Подлещик. Свойнился на нимфошарик. Нимфошарик такой вот с красной головочкой. На паузе прям взяла. Соблазнила. Ты мне сказал, сматываемся, я говорю, сейчас еще проводку. И вмочила. Карпик. Вообще. Так, а вот это вот Сашина мормышка, это колокольчик, 0,6 грамма, большинство рыбок Саша на него сегодня поймал, и чертик плотвины в весе 0,7 грамма. Вот такие вот красивые и ловчие мормышки. Что, друзья, ярко-алый закат на горе моря, на льду не осталось вообще абсолютно никого. Мы дождались, когда будем одни, чтобы записать концовочку. Саша сейчас на чертика, на 0,6, да, черта? 0,7. На 0,7 черта, на паузе. Такая красивая поклевочка была. Уговорил сорожку такую достаточно крупную. Вот это вот, да? Да. Вот это. Ну, где-то в районе полкило
Самая крупная рыба у Саши была 835 грамм. Вот эта вот плотва. Она вот прям она реально, красавица! Да, она прям реально здоровая. Сейчас я вам ее покажу. Да, она прям вообще... Вот такой вот монстр. Прям реально монстр. Вот. В общем, сегодня целый день. Вот у меня лично работали вообще разные мормышки. Я часть рыбы поймал на Сашин гвоздик с медным шариком. Вообще, как бы, открытие для меня было. То есть я до этого на медный шарик, ну, как правило, особо-то не рыбачил. Вот, а тут прицепил и прям понеслось. А перед этим у меня сработал красный такой с блестками и зеленый с блестками. То есть рыбу сегодня надо было удивлять. То есть кто бы там что ни говорил, найти рыбу иногда бывает мало этого. То есть иногда надо поэкспериментировать с мормышками, что-то подобрать, какой-то ключик. Ну да, согласен, Володь, ты сегодня прям молодец, очень много перевязывал мормышек. И я, конечно, так не делал, я тоже менял мормышки, но ты прям постоянно что-то там в своей коробке копошился, вязал. Там то шарик, то чертик, то опять шарик, то там, в общем, правильно делал. Без мотылка это поиск, тем более, когда вот находишь рыбу, как сегодня мы нашли, она весь день стояла на одном месте. Тут ходить куда-то там, бурить новые лунки, смысла не было. То есть рыба под лунками, она крупная, она ходит активная. То есть подбирали ключики, приманки, и, в общем-то, нам удалось неплохо половить. Да, кстати, по мормышкам. У меня получилась самую крупную сорожку, вот эту вот. Сколько она? 755 вроде, да, было или что? Сколько там? А, давай взвесим. Давай взвесим. Давай. Семьсот сорок грамм сорога. Вот ее у меня получилось уговорить на нимфошарик с такой красной головкой. Дала она, конечно, шорох у меня эта рыба. У меня прям реально кончики пальцев, пока я тащил эту рыбу, реально нагревались от того, с какой скоростью она леску между пальцев стравливает. Это просто сумасшедшая рыба. Паровоз. Это реально паровоз. В общем, я рыбалкой очень сильно доволен. Я никогда не ловил такую крупную плотву. Ну вот, чтобы вы понимали, у меня самая крупная сорожка до этого дня, до сегодняшнего дня. Сегодня, кстати, 3 апреля, у меня день рождения. И вот это мой подарок. Рыбалка на горе моря и охрененный улов. И рекордная для меня плотва. За что тебе, Саш, большое спасибо. Руки в рыбе, ну и ладно. Да, и у меня тоже. Вот. В общем, ребят, будем заканчивать нашу рыбалку. Нам сейчас надо будет доехать до дома, покушать, перекусить, лечь спать. А завтра мы снова рванем на просторы легендарного горе моря. В 3 ночи, наверное, нам придется встать, чтобы занять это место. Потому что сегодня народ так вокруг нас крутился, бурил. И как бы, ну, люди понимали наверняка многие, что мы ловили. Потому что мы просидели сегодня здесь весь день и как бы это... Охраняли место, никуда не уходили с него. Поэтому завтра надо постараться приехать сюда пораньше, первыми желательно. Но не факт. Но если что, найдем еще место. Место здесь много, ну да. Ты же убедился. И отдельно нам стоит поставить, наверное, по пятерке каждому за то, как мы вываживали рыбу сегодня. Ну да. За эти вот фокусы с полотенчиком всяким, там, да, все, да, остальное, да. Когда Саша тащит, я смотрю, что он тащит, то подхожу его как-то там стараюсь прикрыть, чтобы, не дай бог, никто не сплавил. Иначе тут был бы просто базар, и видос бы не получился. Он бы, конечно, получился бы все равно, но было бы немного не то и немного не так. Приходил один мужик, тут, прям по нашим буренным лункам со своей камерой прошелся, посмотрел. Ну, мы его поснимали на камеру, он так поглядел на нас, мол, типа, что тут делать, ну и убежал. Это да. В общем, будем заканчивать. Нам еще собираться надо. Ребят, всем здоровья крепкого. Берегите себя и таких же вам уловов. А лучше даже еще, чтобы больше будет. Да? Да. Пока. Всем пока. Вот что оптика Амур делает, да? Амур. Измотыл. Ух, что-то...